Впереди осенние каникулы, и перед многими родителями встает вопрос, чем занять своего ребенка в это время. Учреждения культуры нашего города подготовили много интересных мероприятий, и в том числе художественная галерея, как всегда, представила насыщенную программу. Давайте узнаем, что она подготовила для наших детей в осенние каникулы. Познавательные занятия, экскурсии по выставкам, мастер-классы и просмотр кино и мультфильмов. В каникулярной афише художественной галереи мероприятия на любой вкус и возраст. Стартует осенняя программа 28 октября. В этот день пройдет Ночь искусств. У нас будет обязательно вернисаж, мы откроем необычные выставки. Мы будем писать с художниками натюрморт осенний. У нас уже привезены и приготовлены тыквы, кабачки. В детской программе огромное количество творческих мастерских. Они пойдут в параллели друг от друга. С 29 октября программы пойдут по обычному графику. В 10 – познавательные занятия, в 12 – творческие мастерские, в 14 – экскурсии. Все мастер-классы в каникулы на осеннюю тематику. Дети будут создавать забавных мухоморов в различных техниках, делать узоры из тонких полосок бумаги. Также в каникулы в галерее будут показывать кино. В том числе и «Мой папа космонавт», где дети звездного городка рассказывают о профессии своих родителей. И, конечно же, это полнометражные мультфильмы и целые мультсериалы, которые пойдут у нас в 11 и в час. Продлятся каникулы художественной галереи до 7 ноября. Все мероприятия проходят по предварительной записи на конкретный день и время. Телефоны для справок 70287 и 66409. Пандемия диктует свои правила даже в каникулы. Все посетители обязаны быть в масках. Детям никаких документов при посещении галереи не требуется, а вот взрослым необходимо принести с собой сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Екатерина Опенова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.